когда Евгений Борисович приступил к своей должности, цель любого руководителя – это сделать стратегический план развития города, который он успешно на сегодняшний день функционирует. Его команда во главе с ним реализует все стратегические направления, которые запланированы. Это и Вологда – комфортный город, комфортный не только для проживания, но и для бизнеса. Бывают трудные времена, кризисные времена, и, безусловно, поддержка администрации города предприятиям – это большого стоит. Это, прежде всего, и социальная стабильность, которая у нас на предприятии есть, это и различные совместные проекты, которые мы реализуем с администрацией. Все это направлено на благо города и на благо тех предприятий, которые работают на территории нашего города.